Танк, походу, вражеский, да? А, нет, здесь, наш, да, наш, нет, наш. Танк на мне должен быть. Прям перед нами сидит. Ага. Еще слева по дороге выкидываю. Вот там. Где-то лежит, дорогу простреливают вдоль. Нет, я не понимаю. Игорь едет. У меня тут едет машина. Мяч минус. Домик он под мышью, короче. У меня здесь машина, короче, приехала. Сейчас пойду к северу. По северу, снайперу стоит он. Передо мной. Сзади меня убили, прям сзади. СДУ или лицо? Лицо. Что-то большое. Он сейчас там будет до талого сидеть просто и контролировать. На мне все еще танк стоит, если что. Прямо на дороге. Там один танк или двое? Один вижу. Поехал куда-то, вот он. К вам поехал. Наш танк вышел. У нас там на этой, на точке что ли, враг уже? Арта. Софова на тебя, на север от тебя. Это работает, не понимаю, как наши выпады. Ух, севернее прям их много бежит. Дорогу убили. На наш рез пришли. Блин, убил меня. Прям вплотную к респу. Я одного убила, второго нет. Сейчас снимут. Сняли уже. А вон пост у них снял. Я поставил новый. Убил типа в поле. В поле, если будете ходить в таком высокой с травой, сидя ходите. Сидя всех видно, если что. Ох, ядрить, спам нашел у них. Блять, убили. Передо мной в домах у них спам. Просто человек 10 раз появилось. А как ты определяешь, сколько там сидят? Бокс не вертится, но... А, вот еще один стоит спрятан. Еще один уберем, все. Не, а я не могу ее. Сейчас я его молотком, блядь, разбирать начну. Кого, танк? Где там у тебя шланчик открутить какой-нибудь? Алло, выходите с поднятыми руками. Не слышит, походу, в люк ему кричу, не слышит. Может дуло покричать ему? Надо по-немецки, может. Шнеля, шнеля, скажи. Хэндехох. Бегут вот там, выкер, отделение заспаунилось. Там где-то спаун. Всех убил. Все, тебя точно всех убил. Надо туда тебе как-то проходить, пытаться.
вот туда. О, понял. С юга пришли. Да, слышу, ходит подо мной. Соф, аккуратно. Убил того, кто вы. Ах, как касочки отлетают. Ну, приятно играть. Да. Бекер сейчас попробует тебя поднять. Они как-то увидели меня, даже не знаю как. Не представляю. Что это? Чё это? А, я не могу. Да вон он стоит. Не, нормально, что пока бы игра закрывается, тебе пофигу? Да мне вообще все пофигу, я только вижу главные головы. Стоит такой. Так, по-моему. Капельки надо. Грена к нам летит, коротенько. Сюда падают гранаты. В ямку падают. Я сейчас так же стану спорту славлю в бар. Больше скажу, если я так полезу, я так. Там офигеть гранат в эту ямку залез. Нет! Нет! Попало! Поставил рядом. Семь минут мы можем удержаться. Да ё-моё. Кто тебя? Да прям вплотную, передо мной, вон дымы кинул. Там надо гарнизон снять у этого дома. Я снял гарнизон домика у маленького. Бля, я умер. Смотри, у меня там спал. Там ты не будешь подлечить, мне кажется, у меня тут рядом. Где спал? Бля, всех убил, но нужна помощь, чтобы зачистить. Вот здесь. Я не ставился. Вот тут. Сейчас приду. Я пик буду. Там просто челик контролил меня. Сейчас я попробую прийти. Я прям в наглую здесь поставил. Набрались на ногу. Вот тут идут. Однажды убил парочку. Шитан там впереди сейчас стоял у тебя. Да-да, я видел. Работаю. Не вижу, тут у тебя спавнилки, откуда они лезут тогда? Вижу. Мечи вот тут идут. С разведку дают, посмотрим. Все тут прочистил, спавна нет.
да. Ого. Я сейчас просто встану и буду стоять. Даже не шевельнусь, блядь. Не уйду от нее. А метка нам в спину сейчас вот с этого дал пойду. Изи. Шайтан, у тебя сзади там. Я тут вроде все убиваю. Да, он прям платный пришел. Не знаю, спаун пытаюсь найти. Все, хорош. Это было что-то прям жестко. У нас очков, кстати, много. У нас 1200. Кому ставить? Нас уже поставил. 51 я накидал. 63. Нашел у них штаб этот. Сниму. Не, не надо. Сломал один аванпост. Блин, они где-то рядом со мной стреляют. Я не могу их лечить, не помогу. А, я увидел там вот наши виды. Нет, я не нашел его. Вот. Значит, дальше где-то. Вот коряк стреляет. Шашлыки коряк пустил.